Эпидситуация в регионе продолжает оставаться сложной. Только за минувшее воскресенье в области было выявлено 382 носителя коронавируса. У большинства госпитализированных симптоматическая форма заболевания, а возраст большинства носителей инфекции составляет от 40 до 49 лет. Подробнее в материале нашего корреспондента. С начала пандемии коронавирусной инфекции в Актюбинской области заразилось более 20 тысяч человек. 74% из них выздоровели, 307 человек умерли. В настоящее время в инфекционных стационарах под строгим медицинским наблюдением находится более 1000 человек. В целом, это вот ситуация по коронавирусу у нас в области. Опять же, я уже говорил, что ситуация у нас сегодня непростая, еще напряженная. Если в ряде регионов у нас есть уже постепенное снижение, сегодня у нас в Актюбинской области снижения еще нет, у нас идет число репродуктивности у нас еще положительное, то есть это значит, что у нас прирост каждый день есть, поэтому всех жителей просим соблюдать максимально меры предосторожности, ношение маски, обрабатывать руки антисептиком, ну и самая большая мера, самая эффективная мера – это принятие вакцины. У нас еще чуть менее 50% вакцины еще не получили, поэтому всех этих людей мы призываем получить вакцину. В ходе брифинга поднималась тема повышения заработной платы врачей. Если количество пациентов в инфекционных больницах увеличится, соответственно и количество врачей также умножится. На сегодня принимаются меры по повышению в целом зарплаты врачей и, соответственно, вот эти доплаты, которые их принято решение, их уже сокращать. В целом, чтобы вы понимали, да, о том, о какой сумме идет речь, в месяц у нас доплата врачам, именно задействованным в стационарах, порядка 500 миллионов тенге. Полмиллиарда тенге ежемесячно уходит на то, чтобы, получается, произвести доплату. Соответственно, количество, если у нас стационаров увеличится, соответственно, доплата тоже увеличится, поскольку персонал больше задействован. Но сегодня мы увидим, что за август месяц у нас большое количество стационаров задействовано, поэтому эта сумма будет у нас, получается, если мы где-то до 700 миллионов дорастет, доплата, то 50% от нее, то где-то 350 миллионов будет выплачено. С 1 января переболело 1583 детей. Из них на стационарном лечении находились 160, на амбулаторном 1560 детей. Что касается клинических проявлений, то у каждого из них они индивидуальны, говорят специалисты. У кого-то болезнь начинается по типу боли в животе, у кого-то с боли в горле, и только после этого появляется кашель. Эти дети обследуются у профильных специалистов, и только после этого отправляются на стационарное лечение. При этом летальных исходов среди детей на сегодняшний день не зарегистрировано. Если посмотреть по возрастным категориям детей, то можно увидеть следующие данные. Детей от 1 года 63 детей, из них 10 получают стационарное лечение. От 1 года до 3 лет 82, из них 4 находятся на стационарном лечении. От 4 до 5 лет 32, из них 1 находится в стационаре. Старше 5 лет у нас находится 155 детей, из них 6 находятся в стационаре. И от 15 до 18 лет 66 детей зарегистрировано, из них 1 находится в стационаре. Стоит отметить, что введенные карантинные ограничения остаются в силе. Необходимо строго соблюдать все меры предосторожности. При этом специалисты в очередной раз предупредили о запрете на проведение коллективных собраний и торжеств. Жасан Жалбагов, Уманжолайт Магомедов, телеканал Актобе.